Да, слушай, это необычный. Ну, а как ты его видишь? А что, а кабину что ли открылась? Да, там не выходили. Охренеть. Я же тебе сказал, что надо все-таки проверить. Да, не зря. Могилев нашли. Ладно, знаешь, что подумал? Давай в корпус второй, раз уж пошло дело. Да. Мы застимем тогда на этом все. Могилев-то тоже редкость. Походу не отправляет. Ладно, сейчас отправим. А, сейчас попробую. Да, вибрации тут капец. Чё? Чё? Ну тут заебись как-то всё. Ну да, я чувствую, сейчас попробую. Чё? Ну да, вот неужели бы не... Да все может. Подожди, подожди. Я просто начну сейчас не открою двери. Вот чего. Давай, нажимай. А то сейчас ты вышел бы, отменился бы вызов, и двери бы не открыл. Вот такая херня заключается. Да, поэтому я и сказал, подожди до тех пор, пока двери не откроются. Да я знаю. Да хуй знает, почему я вышел. Понял. Прикольно, что здесь прям табло вот над дверью. Ну да. Интересно, что там слева расположена прикатника, а тут справа. Странная логика. Ну, я бы сказал, даже умная логика. Угу.